Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. В сферу переработки молока привлекут инвесторов. Упор необходимо сделать на молоко длительного хранения, так как Кировская область находится далеко от потребителей. Об этом на еженедельном совещании заявил губернатор Александр Соколов. Региональным властям предстоит разработать приоритетный проект по привлечению инвесторов в сферу переработки молока. Для заинтересованных компаний необходимо создать максимально комфортные условия. Подводя итоги визита в Кировскую область министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, Соколов также отметил необходимость диверсификации сельского хозяйства. Большее внимание предлагается обратить на растениеводство. Киров примет участие во всероссийской ярмарке вакансий. Жителям региона предложат более 1000 рабочих мест для трудоустройства, сообщает правительство региона. Принять участие в ярмарке вакансий приглашают не только безработных, но и тех, кто хочет сменить сферу деятельности. Всероссийская ярмарка вакансий проходит в 2 этапа. Первый из них региональный, второй – федеральный. Он состоится в июне. Пройдет ярмарка 14 апреля с 10 до 12 часов в ДК «Космос». В эфире «Экономика». Доля просроченной задолженности кировчан перед банками составила почти 4,5%. С этим показателем Кировская область занимает 38-е место в рейтинге платежной дисциплины, составленном РИА Новости. Лидерами по доле просроченных кредитов в России стали республики Северного Кавказа. Так, в Ингушетии, которая занимает последнее 85-е место, доля просроченных кредитов превышает 10%. Самая высокая платежная дисциплина в Севастополе, Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах. К этому часу все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».